Всем-всем приветики. Заказали Сазон вот такую лампу. 1,5 метра. Она вот в такой упаковке в тубусе. Сказали, сборка сложная, но мне сейчас помогут. Вот такая длинная-длинная палка упакована. И здесь вот идет что-то, пока непонятно. И проводочки. Сборка, в общем, идет своим ходом. Главный помощник здесь, рядом, как обычно. Помогает. Но остальные тоже все участвуют в процессе. Даже кошка пришла. Буся, а Донечка на порог. Донечка, как ты там? Ну и вот мы собрали лампу. Тут такая вот она длинненькая палочка. Можно в уголок поставить. И тут вот очень много цветов. Можно менять. Такое интересное освещение получается. И еще вот есть всякие разные режимы. Тут сказали, очень-очень их много. Стоит, кстати, очень устойчиво. И высота 1,5 метра. Сейчас посмотрим, какие режимы еще есть. Какие цвета. И также можно увеличивать, уменьшать скорость вот этих перепадов, переходов. Сказали, можно листать режимы до бесконечности. О! Прям как елка новогодняя. Смотрите, как прикольно. На праздники так вообще супер штука. Ой, как здорово. Много ли человеку для счастья надо? Фигню какую-то купить и радоваться до безума, без памяти. Вот. Ать, ну тут, конечно, главный зверь. Знак качества, ОТК, проверка качества. Сейчас режим находила, прям вообще как елка новогодняя. То есть разные-разные, быстро-быстро такая. Ну вот, и также можно менять скорость, ты говорила. Ну вот и все. Всем хороших покупок, хорошего настроения, замечательного денечка. Всем пока-пока.